Ей удалось изменить представление о детективном жанре и стать одной из самых известных писательниц в мире. Она – создательница Эркюля Пуаро и Мисс Марпл. Ее книги до сих пор расходятся миллионными тиражами и стали третьими по популярности после Библии и произведений Шекспира. 15 сентября 1890 года родилась Агата Кристи. Родным городом будущей писательницы стал Торки английское графство Девон. При рождении девочка получила имя Агата Мэри Клариса Миллер. Родители Агаты – зажиточные переселенцы из Соединенных Штатов. Кроме нее в семье было еще двое детей – старшая сестра Маргарет и брат Луис Монтон. Детские годы будущая писательница провела в поместье Эшфилд. В 1901 году не стала отца Агаты – Семейство больше не могло себе позволить аристократических вольностей. Пришлось сильно сократить расходы и жить в условиях строжайшей экономии. Ходить в школу Агате не было нужды. Изначально образованием девочки занималась мать, а потом гувернантка. В те времена девочек в основном готовили к замужней жизни, обучая манерам, рукоделию, танцам. Дома Агата получила музыкальное образование и если бы не страх перед сценой, наверняка посвятила бы свою жизнь музыке. С самого детства младшая дочь Миллеров была очень застенчивой и отличалась от брата и сестры спокойным характером. В 16-летнем возрасте агату отправили в Парижский пансион. Там девушка училась без особого рвения к наукам и постоянно скучала по дому. Главными достижениями Агаты стали два десятка грамматических ошибок в диктанте и падение в обморок перед выступлением на школьном концерте. Затем два года Агата обучалась в другом пансионе, после чего вернулась домой совершенно другим человеком. Из несообразительной стеснительной девчонки будущая писательница превратилась в привлекательную блондинку с длинными волосами и томными голубыми глазами, сводящими с ума толпы поклонников. Во времена Первой мировой войны будущая писательница работала в военном госпитале, исполняя обязанности медсестры. Затем девушка стала фармацевтом, что впоследствии помогло в написании детективов. 83 описанных автором преступления совершены посредством отравления. После замужества Агата взяла фамилию Кристи и в перерывах между дежурствами в аптечном отделении госпиталя начала создавать шедевры. Предполагается, что на мысль о творчестве Агату натолкнула родная сестра, которая к тому времени уже добилась некоторых успехов на литературном поприще. Первый детективный роман «Таинственное происшествие в Стайлз» Агата Кристи создала в 1915 году на основе приобретенных знаний, а также знакомства с бельгийскими беженцами, писательница выводит ключевой образ романа – сыщика-бельгийца Эркюля Пуаро. Первый роман опубликовали в 1920 году. До этого книгу не менее пяти раз отвергли в разных издательствах. О знаменитом сыщике сняли сериал, который полюбился зрителям по всему миру. Режиссеры постоянно будут возвращаться к романам Кристи, создавая на основе ее книг фильмы «Пуаро» Агаты Кристи, «Мисс Марпл», «Убийство в Восточном экспрессе». Особенно зрителям полюбился сериал «Мисс Марпл». В этой экранизации образ «Мисс Марпл» блестяще воплотила британская актриса Джоан Хиксон. К 1926 году книги Агаты Кристи стали невероятно популярными – Самыми яркими ее детективными романами считаются «Убийство Роджера Экройда», «Убийство в Восточном экспрессе», «Смерть на Ниле», «Десять негритят», «Багдадская встреча». Среди работ позднего периода эксперты отмечают «Ночную тьму», «Вечеринку на Хэллоуин» и «Врата судьбы». Кристи – успешный драматург. Ее произведения стали основой для большого количества пьес и спектаклей. Особую популярность приобрели пьесы «Мышеловка» и «Свидетель обвинения». Кристи принадлежит рекорд по максимальному числу театральных постановок одного произведения. Спектакль «Мышеловка» впервые был поставлен в 1952 году и по сей день непрерывно демонстрируется на сцене. В творческой биографии писательницы более 60 романов – Большинство из них она публиковала под фамилией первого мужа Кристи. Но шесть произведений подписаны вымышленным именем ⁇ Мэри Уэстмакот. Тогда писательница не только на время сменила имя, но и даже оставила жанр детектива. Это был непростой период в жизни Агаты Кристи. В отличие от современных детективных историй, в романах Кристи практически отсутствуют сцены насилия и лужи крови. На этот счет Агата не раз высказывалась, что, по ее мнению, подобные сцены не позволяют сосредоточиться читателю на главной теме романа. Сама писательница считала своим лучшим произведением роман «Десять негритят». Прообразом места действия является остров Бург в Южной Британии. Однако сегодня эта книга для соблюдения политкорректности продается под другим названием и никого не стало. В 1956 году писательницу наградили орденом Британской империи, а в 1971 за достижения в области литературы Кристи удостоили звания «Кавалер дамы». Обладательницы этой награды также получают дворянский титул «Дама», который употребляется перед именем при произношении. В 1965 году Агата Кристи дописала свою автобиографию – которую окончила следующими словами. Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь и за всю ту любовь, которая была мне дарована.